Здравствуйте! В футбольных правилах прописано, что матч состоится в любую погоду. Что сегодня получится, футбол или водное поло, мы узнаем вместе с вами через некоторое время. Константин Генич и Георгий Черданцев с вами в бассейне практически. Да, но нам плавать с тобой, Георгий, не придется, а вот игра в дождь... Для... Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Это угловой. Мяч летит в центр. Семихкая. Нужно забивать и выходить вперед. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. А вот это уже здорово. И пробил. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было. Эдем. Прямо над перекладиной мяч проходит. Хороший удар головой, но чуть поточнее бы. Пока неплохо. Получает он эту передачу, может быть опасно. И это должен быть гол! Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Эда. Навес в центр штрафной. Мяч у вратаря, все в порядке. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. И это пас вратарю. Перестарался немного игрок. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра защитника, чисто сыграно. Джонатан Бьябьяни. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Эда. И удар должен последовать. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Плохая подача. Голкипер без труда забирает мяч. Посмотрим за этой атакой. Отличный удар. Вратарь на месте. Не торопится арбитр. Нарушение и штрафной удар. Может получиться интересная атака. Эдер. А вот сейчас может быть опасно. Тут его накрывают. Пас головой, атака продолжается. Росицкий. Джонатан Бьябьяни. Из этой атаки... Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Судья добавляет 3 минуты. Эда. Тут может что-то получиться. Может быть интересно. Удар, штанга и гол.
какой-то совершенно непонятный получился удар. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что так и было задумано. Однако факт есть факт, мяч в воротах, и болельщики ликуют.